Доброго вам всем воскресенья, друзья мои! Заканчивается октябрь, число 30-е, год 2016. Чем ближе мы к зиме, тем ближе к лету Австралия. В общем, целом, и в частности в Кернсе, самом северном городе штата Квинсленд. Хотя, по правде сказать, севернее его есть еще целая куча поселений, включая Порт Даглас, деревня деревней, но официально это Town of the Coral Sea, включая The Thursday Island в архипелаге островов пролива Тореса. А что, был же пятница Робинзона Круза, будет и четверг у австралийцев. И самая северная зеленая точка Квинсленда вовсе Dyin Island, под самым, можно сказать, носом Папа Новой Гвинеи. И не просто так, а живут там люди, и невеселые люди-дикари, как пел когда-то в «Бриллиантовой руке» замечательный советский актер Андрей Миронов. А у них даже есть своя школа, где под директорством миссис Элизабет Филлипс учатся 33 школьника. Итак, мы находимся в Кернс. Живет здесь более 160 тысяч человек. Через 4 года ожидается уже 200 тысяч. Этнически это одно из самых диверсифицированных населения Австралии. Большой процент местных аборигенов и иммигрантов из всех частей Европы, Юго-Восточной Азии и островов Тореса. Экономика Кернса – это прежде всего международный и местный туризм. Great Barrier Reef при тропическом климате. Одно из семи чудес света. The Wet Tropics Queensland. The Atherton Tableland. Плюс на Кернс Эспланейд есть лагуна с барбекюшницами, где разрешается отдыхать топлес, что для многих весьма привлекательно. Тем более, что само понятие «топлес» здесь иногда несколько расширяется. И, впрочем, это не единственное в Кернсе расширение. Как вам этот стрип-бар над языковым колледжем? Или таверна «Сумасшедшая корова»? На въезде же в центр города вас встречает такая табличка «Cairns City of Garden». И вы скоро в этом сами убедитесь. Вы приехали в город сад. За туризмом следует торговля, шоппинг-центры по всему городу, Cairns Central Shopping Center, Stockland Cairns и такие же огромные центры в кварталах Mount Sheridan, Red Lynch, Smithfield и Clifton Beach. Следующий сектор – медиа. The Cairns Post Cairns и еще несколько ежедневных газет, 11 телевизионных каналов и Cairns Radio Stations, ABC Far North, ABC Radio National, ABC News Radio, ABC Classic FM и The Triple G для молодежи. Также промышленность и сельское хозяйство. Огромные плантации сахарного тростника с сахарным заводом в Gordon Vale. The Barron Gorge Hydroelectric Power Station на Lower Barron River, который обеспечивает часть городской потребности в чистом и зеленом электричестве. В общем, если сначала Кернс производит впечатление маленького уездного городка, не верьте глазам своим. Вместе с тропическими джунглями и горными ущельями и водопадами, над которыми можно прокатиться на Skyrail в городок Кранда, где жили рабочие угольных шахт, которые пользовались еще такой вот техникой, и местные аборигены, вместе с кораллами, рифами, где можно запросто поздороваться с такой вот черепахой, вместе с бесконечными пляжами Clifton Beach, Trinity Beach, Holloway's Beach и так далее, и огромным морским портом, который кроме ежегодного миллиарда с лишним тонн карго, еще и обслуживает целый флот лодок, катеров, катамаранов и круизных судов для туристов. И вместе со всем этим вы почувствуете внушительный организм этого места на карте Австралия под названием Кернс. Город на редкость интеллигентен. Здесь 36 государственных школ, система частных Roman Catholic школ, управляемая Catholic Education Cairns, только в которой учатся 6700 младшеклассников и 4000 старшеклассников, плюс 3 частные школы других конфессий. Здесь TAFE College, a School of Air Base, a Cairns Campus of James Cook University в квартале Смитфилд. В транспортном отношении Кернс весьма благополучен, но без своей машины жизнь здесь весьма проблематична. Есть, конечно же, местный комьют на 16 маршрутов, по которым бегают симпатичные автобусы Sunbus в единой системе Квинсленда TransLink и еще пара частных компаний. Sunbus, слава богу, начал ходить с утра до позднего вечера. Город растет. А то помнится, знаете ли, времена, когда он, по крайней мере, на Cairns Central
после 6 вечера заканчивал работу. Сейчас же в пятницу, субботу и воскресенье он работает вообще всю ночь до утра. Правда, ходит по ночам только раз в час. Но это уже что-то. Междугородний транспорт всех видов, от автобусов и поездов, до самолетов Cairns International Airport и катамаранов The Cairns Seaport развит, удобен и недорог. Да, совсем забыл. Здесь же еще военно-морская база The Royal Australian Navy. 900 морских пехотинцев и 14 военных кораблей. Получив депрессирующий бытовой шок от первого впечатления, которое Кернс производит своими скромными размерами по дороге из аэропорта, практически на всех, большинство наших иммигрантов и студентов сразу селятся, не задумываясь, в Cairns Central Business District, который здесь и называют Сири. Выбор неплохой. Жилье по ценам терпимо. Самый дешевый вариант этой недели. Юнит 54 квадратных метра на McLeod Street. Спальная, ванная, одно машинное место. Стоимость, вы только послушайте, $80,000. Средний вариант. Квартира на 3 спальные, 2 ванные, 2 машинное место на Mini Street. Был за $380,000. Население квартала 2500 человек. 70% живет в квартирах. Детей и пенсионеров мало. Месячный доход $3000. Арендовать жилье здесь можно в среднем за $1300 в месяц. Ипотеку дают в среднем по $2100 в месяц. И еще. На 85 Spence Street находится офис департамента иммиграции. Здесь вы можете изменить вашу визу. Здесь вы можете продлить вашу визу. Здесь вы можете получить статус постоянного жителя Австралии и даже получить гражданство, став настоящим австралийцем. Если пройти, не вылезая из песка, или проехать по Esplanade севернее, мы попадем в квартал Cairns North, который ничем не отличается от Сири. Только дома современнее и выше, и нет такого движения по поводу и без повода, как в Сири. Единственный квартал, где все близко, все рядом. Сири, Airport, Esplanade, магазины, childcare centers, школы и больницы. И Sheridan Street не такая шумная, как говорили. Народ общительный и дружелюбный. Многие работают в больнице. Живет здесь 5500 человек. Средний возраст 35 лет. Больше половины живет в квартирах. Много детей. 11% младше 15 лет. Стоимость месячной аренды жилья обычно около $1000. Средняя стоимость дома 465 тысяч, квартиры 238,5 тысяч долларов. Средний месячный доход $2800, но это не значит, что профессионал с образованием и работающий на full-time basis будет довольствоваться столь скромными доходами. По всем кварталам мы переводим средний доход, что значит, что в формировании этой суммы участвуют малооплачиваемые студенты, женщины на maternity leave и пенсионеры. А профессионалы зарабатывают от $4000 в месяц, можете не сомневаться. Несколько наших иммигрантов, изучив все заранее из экономических соображений, да их детям было близко до Warri State High School, которую обе семьи, подружившись до переезда, выбрали для своих детей по отзывам и нашим рекомендациям. Поселились в квартале Warri, 7 километров на юг от Cairns Center. Детей в районе много, 22% населения младше 15 лет, поэтому кроме выбранной школы Warri есть еще 3. Warri State School, St. Mary's College, St. Gerard Magella Catholic School. В Cairns Park есть Horse Racing Track, поэтому любителям верховой езды здесь раздолье, что было одной из причин выбора этого квартала. Здесь есть Warri Tavern, McDonald's, Picones, IGA, Kalana Pharmacy, Sunside Shopping Complex и The Cairns Coconut Resort. Живет здесь 4600 человек, средний возраст 33 года, половина живет в своих домах или дуплексах. Население, как и везде, в Кернсе белое, однако в каждом районе живут в небольших количествах филиппинцы. Средний месячный доход здесь обозначен как $2100. Жилье здесь дешевле, чем где бы то ни было в Кернсе. Я не имею в виду джунгли и горы. Арендовать приличную квартирку или даже дом можно за $700 в месяц. Купить дом за 341,5 тысячу и квартиру за $120,000. Ипотека в среднем обходится $1400 в месяц. Дальше, с самого юга, перемещаемся почти на самый север цивилизованного Кернса. В 7 километров от Сибири располагается Смитфилд. Квартал с населением 4000 человек, со средним возрастом 36 лет, плюс 4000 студентов James Cook University, Cairns
Campus с средним возрастом 20 лет. Этнический состав местного населения отличается от остальных кварталов. Австралийцев здесь 56%, итальянцев 6%, вьетнамцев 4%, мальтийцев 3%, британцев 2% и ливанцев 2%. Демография же университета значительно разнообразнее. Занятость местных жителей определяется секторами: туризм, образование, спорт, спа и развлечения, кафе и рестораны и профессионалы всех остальных специальностей, от юристов и программистов до водопроводчиков. Средний доход по статистике $2400 в месяц. Фактически все те, кого мы знаем лично, меньше $5500 в месяц на руки не получают. 85% местного населения живет в своих домах и таунхаусах. Средняя стоимость дома здесь 680 тысяч долларов и квартиры 390 тысяч долларов. Аренда жилья в среднем обходится в $1200 в месяц. Ипотека 1750. Живет население весело. Мало того, что в южной части квартала находится нижняя станция Crandall Scenic Railway, давайте теперь представим, сколько всего внезапного вносит в жизнь смитфилдцев наличие рядом 4000 будущих интеллектуалов, из которых 380 иностранцы. Да, собственно, жители окруженного тропическими лесами университетского кампуса с огромной библиотекой, Information Technology Building, Health Science and Science Laboratories, со своей столовой, кафе, баром, общежитием, фитнес-центром, стадионом и баскетбольным кортом вполне самодостаточный. И кроме всего прочего, вы знаете, они еще и учатся. Смотрите список, и это только bachelors, а часть уже в masters или вообще в PhD. Ну все, давайте прощаться. Летим мы дальше в Таунсвилл, штат тот же, Квинсленд. До следующего воскресенья. Пока. Не скучайте.